Всем привет, друзья! В 2018 году, то есть 4 года назад, я уже снимал вам обзор на свои любимые кабачки, которые называются зефир. Вот они. Это очень классный кабачок. Он очень нежный, вкусный в жареном виде. И называется зефир. Это гибрид F1. Это означает, что вам семена с него собирать нельзя. Ну как нельзя? Вы семена собрать можете, но у вас вырастет не такие кабачки, что-то другое. То есть надо покупать вам ежегодно новые семена с этого кабачка. Еще его распространяют под названием как нежный зефир. Ну, как первоисточник и производитель заявляет, правильное название просто зефир. Нежный зефир уже добавили. Вот хотел вам показать сам этот кабачок. Вот он. Особенность этого кабачка в том, что кончик кабачка зеленый, а здесь желтенький. Он двухцветный идет. Когда уже созревает, не созревает, а перезревает. Здесь, видите, он тоже светлеет, а там больше желтеет. Ну, вот есть молоденький, я вам покажу. Сейчас сорву. Опа. Давайте на солнце. Вот такой он. Кончик зеленый, здесь желтый. Мякоть просто одно масло. Прям вот с него, видите, капли. Такие жирные, как жир. Ну, жареные они вообще. Получается, как грибы, мясо, грибы, ну, супер вкус. Это мои любимые кабачки. Я думаю, что лучше кабачка я не пробовал, как зефир. Я все, конечно, люблю кабачки, но зефир больше всех. Сорт достойный, я выращиваю его уже много лет. Вам тоже советую посадить. Семена этого кабачка у меня будут в продаже уже с осени, с октября этого года. Так что, кому нужны семена такие, под видео будет прикреплена ссылка на мой интернет-магазин и на мой сайт, где есть каталог. Кому будет как удобно, или с интернет-магазина, или с каталога, можно будет скачать каталог и заказать семена. Ну и еще немного об этом кабачке. Очень вкусные они в консервированном виде. Сейчас я уберу листочек. Очень вкусные они просто жареные кружочками. Ну, такие надо брать молоденькие кабачки, которые небольшие. Вот эти тоже, кстати, они не перезревшие еще. Их можно жарить даже. Можно все что угодно делать, куча рецептов, блинчики, консервировать. Но вкуснее, конечно же, они молоденькие. Любой сорт кабачков вкуснее, когда он молоденький. Эти кабачки, мы делаем с них икру с больших и делаем варенье с добавлением лимона. Очень хорошее варенье, которое потом используем для, как начинка в пирожочке. Кабачковое варенье. Найдите рецептик в интернете и сделайте себе. Очень вкусный. Ну вот так они плодоносят. Сегодня у нас начало, сейчас я снимаю 3 июля, и уже кабачки до сих пор еще не есть, и будут они до августа, а потом, конечно же, они уже отойдут. Ну, в конце июля можно посадить, если есть у вас место, посадите еще раз их, и в конце сентября, в начале октября будут еще молоденькие кабачечки. Сейчас к этому видео я смонтирую, прикреплю кусочек, где покажу их в консервированном виде. Мы их законсервированные, как они выглядят в банке. Все это сейчас покажу. И, возможно, даже попробую и расскажу вам на камеру, какой вкус в консервированных. Дождитесь конца видео.